Размещение бусины в столбик без накида в процессе вязания. При этом способе не нужно набирать бисер на нитку. Нам потребуется небольшой кусочек проволочки, согнутый пополам. Вдеваем крючок в следующую петлю основания, вытаскиваем петельку. Затем крючок вытаскиваем из этой петельки и вдеваем туда проволоку. На проволоку надеваем бусину и протаскиваем ее на нашу петельку. Теперь проволоку можно удалить. Далее вдеваем крючок внутрь петельки и провязываем 2 петли вместе. И у нас на лицевой стороне появилась бусина. Этот способ удобно использовать тогда, когда количество бусинок в работе небольшое. Точно таким же способом можно вставить бусинку внутрь столбика с одним накидом. Для этого делаем накид на крючок, провязываем следующую петлю основания петлю, вяжем 2 петли вместе, затем вытягиваем немножечко петельку, вытаскиваем крючок из этой петельки, ставим сюда проволочку. И на проволочку надеваем бусину. Смещаем бусину в петельку, вытаскиваем проволоку, ставим туда крючок и провязываем вместе 2 петли. Эта бусина находится с лицевой стороны. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на email рассылку на сайте knittingforbeginners.ru. До новых встреч!